Берол уже знает. Так, сейчас я вам покажу. Слушай, Радочка, сейчас я вам покажу, что же привезла из России нам мама. Очень много, не знаю, с чего начать. Все вот так вот. Собиралась вот так вот, и везде все, ну, не по порядку. Да не важно. Буду доставать и говорить, кому и что. Главное содержимое, а не порядок. Это я сверху положила для малышки. Это для... Это пеленки. Ой, не поверите, еще и Раду рожала, в роддоме вот такая была. Сейчас еще родишь. Что такое, мама? Это разбилось я вчера. О, в смысле, я же все пропылесосила и полы уже мыла. Откуда выпало? Ладно, бывает. В общем, еще это и Раду рожала, сколько я лет? Я нигде ценники не убирала. 234. Подожди, я нигде не убирала ценники, потому что не хочу. Это не в том, что ты увидела. Нет, правильно, что я думала. Это такие цены. Закрой. А то немножко проснется. Это что, шутка? Это такие цены сейчас на пеленки? Нет, я просто покупала, помню, за 20 рублей. Детские вещи всегда были дорогие. И так. Вот чепчики, как ты просила. Вот это я понимаю, на голову. Да. Вот это вот турецкие продают, вообще непонятно на какую голову. Вот, вот эти чуть поменьше, вот да. Я одну побольше. Ну это только в самом начале. Виски, ай, Дима. Потом вот такую прекрасную штучечку, я прям сама влюбилась. Вот еще одну. Ну это я так взяла. Да? Ты сказала не брать, но я все равно пару штучек взяла, и там еще от сестры. Да. А это я схватила и Жирюшки отложи. Смотри, Макс, тут ручки надо. А как с ей будет? Да, конечно. Спасибо огромное. Я, конечно, в шоке от цен на пеленки. Я даже вообще... Я помню, я с Радой покупала что 50-60 рублей. Ты зачем? Вот лучше бы ты не покупала, честно сказать. И нафиг они бы не нужны. В смысле? Это очень дорого. Так, все, тихо. Сейчас сначала на башлет закипело, кстати. Молока не говори. Это ты просил. А это что-то запретное, да? Это водка. Но он же просил для кого-то. Да, просил, он пообещал какому-то другу там. Опасная пленка. Ну, короче, ее надо раскрыть. Да, ну тогда убираю. Пленку эту. Жалко. Так, торжественный момент. В нашем доме алкоголь. Да, мы все трезвенники. Я вообще... Ну, это, видно, я так поняла, презент или что? Вот этот шарики потом получится. А что, она в темной бутылке, что ли? Короче, этот мешок, я... Какая-то белая сова. Я не знаю вообще. Белая сова, короче, башка, говорят, не болит. Меня женщина сказала, говорит, мужу беру, брала. Я говорю, потому что я не понимаю. Ну, когда муж пьющий, может, не болит. А когда муж не пьющий, от одного запаха заболит. Ну, красиво попробуй. Вот это вот надо быстрее... Холодильник. Это, короче, кита. Я показываю. А, ну ладно, не открывай. Да. Я эти пакеты. Мама соленая, копченая рыба. Папуля так любит этот запах. Нет, это соленая, не сухая. Положи в морозильник. Нет, этот мешочек не надо. Вот это. Так, потом морозильник. О, вот это моя прелесть. Миндаль, два вида и. А этот копченый, коп... такой брали, я люблю. Который... Не было, не нашла копченого. Вот, пожалуйста. Честно, не нашла копченого. У меня слюна до пола. Так. Ну-ка я цену. А это, Лина, а это от сестры. А, хорошо, от сестры, сестра. Вот, это от сестры. Добавочка. Не могу, у меня слюна до пола прям. Вот еще две баночки от сестры. Обожаю ментаевую икру, просто обожаю. Икру уберите, пожалуйста. Это что? Нет, это такая серая, которая... Так, давай. Ой, как вкусненько. Надо, наверное, в пакет куда-то как-то сейчас... Папуль, ты куда?
Ты куда? Ой, какая вкусная. С хлебушком да с маслицем, ой. Да. Ой, вот, давай. Короче, смотри, я сейчас сразу вытащу. Вот все консервы. А, шпротки. Короче, давай, девочек, помогай. Так, шпротки, сайра. Сварю свой любимый рыбный суп. Я так люблю сайру именно. Печень ментая. Да. Короче, это все рыбное. Мой рай, отвечаю, просто мой сгущеночка. Мой рай. Сгущеночка. Да вообще, я бы сейчас, если бы не завтрашний день, я бы сейчас накинулась на это. Просто я сейчас не могу. Нельзя. Ой, не могу все сейчас. И это я ждала просто, это 4 года я не ела вот эту вкуснотищу. Вот этот прям тоже обожаю подгрызть. Жалко, копченого кальмара нет, я его просто обожаю. Так, вот, подожди, давай мы сейчас это уберем со стола, чтобы она не мешалась, и выложим торт. Вот, шоколад от сестры. Приморский кондитер, да, она мне это говорила. Это тоже для Лялечки. Мама, это что? А ты раскрой. Я, да, пару носочков, и вот она тоже такие вот. Ну, вот Лялечка Думаю, вот что я без нее все происходит. Вот, вот таких она парочки взяла. Очень. Со штанишками. Я взяла боди, а но она это, со штанишками. Но это уже на выростке. Кстати, смотри, как чувствовала. Это для нее. Для ага. Ой, Кристина, спасибо большое. Очень классно. Вообще такое миленькое. Ну, это так называется приморский пин. Ой, какая прелесть. Спасибо огромное. Да. А шоколадки где какая? Это из Жирюшечки. Жирюшка. Это рисовать дождь. От Кристины. Но это она будет в восторге. Это надо еще одну батарейку. Я купила 2, не знала, что 3. Она же у нас артистка. Надо 3. Еще одну батарейку. А такую пальчиковую или? Пальчиковую. Обычную. Пальчиковую. Не как на пульт, а которая потолще. Тут 2 есть? Еще одну. А, да, ну ладно, завтра, завтра ей покажете. Да. Она сейчас спит. Она сейчас спит. Спасибо, спасибо огромное. Так, Иночка, это тебе. Так и давай. Они только тебе. Так, Лина. Вот это тебе шоколад. Я так люблю. Вау. Это вау, это и разница. Специально. Ничего, ничего, пусть радуется ребенок. Гематоген взяла, и может быть молоденькая. Я их помыла, они возле ванны. Так, и еще есть вот такие вкусняшные конфеты. Очень вкусные. Все, нашла микрофон. Ну-ка, поставь туда дочка на стол. Это что у нас? Вот папулечка на. Ты чай будешь пить? Да, вот конфетки. Очень вкусные. Так, Лина, это, короче, здесь... Восьмая жвачка леденцы и вот такие вот эпистолиптовые, ну, когда что болит или что. Ой, спасибо большое. Ох, ох. В этот раз арбузный тогда. О, а это какой-то диски. Берем рот и сразу развеселяемся. Рядочка. Ой, Радочка, не нужно. Это вот синочки, как ты просила бабушки, или какие-то черные такие. Спасибо, да. Потом ты просила, желатин просила. Ага, или так имбирь тебе еще пачку. Ой, спасибо. Чай, когда болеешь, чай вот да, так. Да, я пила раньше. Ой, спасибо огромное. Я не могу прям. Приятно. Вот я не знаю, чего опять. Нормально показываю. Где и Радочки. Так, это и Радочки. Ее диабетик. Да, для диабетика. Сейчас будет там и витамины, и все такое. Шоколадка. Так, Лина, правда, посуди, что с пачками стало. Это ромашка такая модная стала. Давай догадаем.
это все травы пакетированы, видишь, все помялось. Не важно, что помялось. Я взяла что... ромашку, шалфей. Ага. Это просто иван-чай пить, очень полезно. Ага, спасибо. Кстати, шалфей, по-моему, у меня еще осталось. Это календула, да? Календула. Да. Отлично, прям отлично. Здесь трава не проблема. Черева для малышки. А кстати, ромашка подойдет, и календула тоже потом подойдет. Ой, супер. Так, это еще что-то. А, грудной сбор. Когда каши, обязательно. Вот это ты молодец. Вообще, что скажешь, я каждый раз, когда не болею, про это думаю. Не подглядывай. Забуду покажи. Давайте сушим, а это двинем. Так. Здесь, короче, так собиралось, как ненормально. Здесь, короче, все лекарства. Всякое разное. То, что у вас в Турции нет. Ну, то, что я вспомнила. То, что ты говорила. Такое самое элемент. Залечь. Короче, это витамины. Здесь у вас, любимая. Это оксалинку. Это оксалинку. Я. Помнишь, я тебе говорила, на улице заболеть? Да. Сметка, которая у вас есть. Отлично, это вот нам нужно. Да. Уголь. Это ацетиловая кислота. А у вас уже ее нет, да? Ну, возможно, есть, но... Вот, йод зеленка у вас есть. Нет, у нас йод есть. Просто у нас другой лед здесь. А это вот зеленка. Да, бинты ты просила, бинтики. Бинт, да. Скипидаровая мазь необходима детям натирать ноги, когда заболеют. Спину, грудку. Спасибо. Это градусник для детишек. Это для малышки. Для не важно, для всех. Это тоже малышки, детский крем. Таблетки. Это цитрамон из головы. А, да, кстати, это вот у нас русское средство хорошее. Да. И вот это вот от кашля вообще классно. Это мукалцы? Это от кашля специальные, советские. Они прям вообще от кашля очень-очень хорошо. А это? А это шоколадки все разница. Это звездочка, тут бальзам. Да, я развела нечаянно в машине. Дай. Смотри, это уже поет микрофон. Иди, моя сладкая. Сейчас зазнакомимся с тобой. А то испугалась бабушку. Кто такая? Откуда? А теперь бабушка подарила микрофон, уже можно... Это для ляльки эпитет, это клизмочка, я не знаю, в смысле, с носика. Вот это для заживляющая для грудного ребенка. Легко, как лыжи. Да. Это я взяла, когда горло болит, советский мегалит, он вообще снимает. Как тебе ходить. Ой, спасибо огромное, честно. Да. Это Папа, ты как купил так? Это мы бабушка. Я сказала, купи. Бабушка, как я, да? Купи ребенку. Так, ну это я прихватила, знаешь, что? Зубную пасту со вкусом жвачки. О, смотри, Кристина вспомнила, Кристина. Посмотри, рада. Ой, спасибо. Спасибо огромное.